Одинцовские единороссы примут участие в акции «Новогодняя почта». Партийцы помогут юным жителям муниципалитета подготовить праздничные открытки, которые вместе с письмами передадут бойцам, выполняющим задачи в рамках специальной военной операции. Партийцы также присоединятся к акции «С Новым годом, ветеран». Это федеральное мероприятие, которое единороссы уже несколько лет проводят вместе с волонтерами «Победы». В преддверии новогодних праздников они навестят фронтовиков и вручат им подарки.